Тебе что, жить надоело? Зачем ты туда полез? Куда? Ой, да никуда. Цветочки принес. Вот, держи. Ну вот, молодец. Получай свои объективы. Я обещал и привез. И зачем они тебе, не спрашиваю? Что сегодня в твоей башке, я не знаю и знать не хочу. Слушай, Табака, что ты знаешь об этом аттракционе? Вот не лазь туда и не будешь глупости вот эти... Забор кому поставили? Закрыто, значит не лезь. Оно тебе не надо. Ты же наверняка что-нибудь помнишь. Расскажи мне. Здрасте. Меня тогда и близко не было. Ну, был себе аттракцион. Ну, взорвался там кто-то, наверное. Да мало ли кто где взорвался. Я что, все должен помнить? 20 лет стоит себе громадина ядовитая, и никому до нее дела не было. Чего ты вдруг туда полез? Заинтересовался. Слишком странный аттракцион. Ну, странный, да. А тебе-то что? Что ты хочешь узнать? Хочу знать, почему дети проходили здесь трансфер. Проходили, значит, нужно было. И вообще, ты нашел чем удивляться. Обыкновенный зеркальный трансфер. Табаха, детям ведь трансфер не делают. Это обычным детям не делают. А эти, может, и не совсем обычные. Я их видел однажды возле аэропорта с воспитателями. Помню тех детей. Стоят все бледные какие-то и молчат. И общаться с ними было запрещено. Вот так. Возле аэропорта? А откуда их привозили? Со всего мира привозили. Со всех уголков. И прямо сюда. Что же такое особенное в этих местах? А бог его знает. Раньше на этом месте станция какая-то была. Полярная станция. Исследовали что-то. Полярная? Ну, кажется, так ее называли. Да я сильно и не интересовался. Табаха, у меня к тебе просьба. Дай-ка угадаю. Тебе откопать всю историю сада Гербер. Угадал? Почти. Выясни, что там произошло в день взрыва. Ох, Энвиш, дался тебе этот сад. Спасибо, Табаха. Так, мне ехать пора. А то сейчас ошибок нахватаюсь и безумным стану. У меня с этим быстро, ты знаешь. Во мне безумная энергия и страсть к жизни. Хотя на вид я спокойный. Вид у тебя довольно странный. Очки эти с носом. Очки эксклюзивные. Ты таких не достанешь. А мне достали в полцены. Я могу себе позволить. А тебе остается только мечтать о такой. Не забудь, пожалуйста, о моей просьбе. Ты принес то, что я просила? Принес. И лукскрин тоже. И лукскрин, и объективы. Давай подключим. Отсоедини разбитый лукскрин. Разъем за ним внутри. Устанавливаешь объективы, затем мои глаза. Затем твои глаза. Ну как? Как твое зрение? Все в порядке? Да. Что? Ничего, все хорошо. Что случилось? Ты что-то вспомнила? Кстати, да, вспомнила. Я поняла, почему меня нет в том списке. Почему? Я не была штатным сотрудником. Когда детей возили в сад Гербер, я приезжала вместе с ними, а потом с этой же группой уезжала обратно. То есть, я не... Табаха говорил что-то про воспитателей с детьми.
Это были не воспитатели. Дети сопровождали... А зачем детям психолог в аттракционе? Эннабиш, это вовсе не аттракцион. Дети приезжали сюда не ради развлечения. Они все были тяжело больны. Здесь их лечили. От чего их лечили? Какое-то расстройство психики. Тяжелое расстройство, от него умирали. Но что это было, мне сложно сказать. Не помню. Выходит, трансфер был частью терапии? Да, не только трансфер. Там был целый комплекс мер. Замена тела – это заключительный этап терапии. Но до трансфера был еще поиск деталей и сценические представления. Они тоже были частью лечебной программы. Представление? А о чем интересно? Я помню один эпизод. Там перед сценой была емкость. Она и сейчас есть. Я ее видел. Так вот, в нее дети складывали части им тела. Каждый приносил из павильона свою деталь и клал в эту ванну. И когда она наполнялась, ведущий объединял детали в целое тело. И что потом? Потом было облако пара. Тело незаметно подменяли на девушку, и она продолжала представление. Она сражалась с какой-то большой головой. Потом еще что-то происходило. А кубики в павильонах – это что, тоже часть лечения? И кубики, и клумбы с цветами, и даже высота, на которой находятся павильоны – это все детали одной терапии, ее обязательные элементы. Сад Гербер построили специально для тех детей, и он был единственным средством от их болезни. Наверное, это была очень необычная болезнь. Мне пока трудно представить, что это могло быть, но эти дети вызывали не только сочувствие. Было что-то еще... Таваха прав. Необычные дети. Да, и необычный парк развлечений. А значит, всех приезжающих должны были регистрировать. И меня в том числе. Я попробую это... Что? Что это? Моя батарейка. Она почти разряжена. Это плохо. Без тебя я в этой истории не разберусь. Тогда, Эннабиш, тебе придется снова поиграться с кубиками. Хорошо, Ида, поиграюсь. Какой павильон? Секунду. Так, руки, кисти. Вот, топливный элемент. 10-й павильон. Пошел. Держись тут.